а проблема может привлечь внимание. Кстати, 250 тысяч рублей заплатит управляющая компания за неисправные инженерные коммуникации в одном из жилых домов в селе Яковлевка. Нарушение выявила Государственная жилищная инспекция Приморского края. При обследовании дома инспекторы обнаружили, что подвал под одним из подъездов затоплен, а система отопления здания не герметична и есть значительные течи. Инспектор вынес предписание об устранении нарушений. По решению мирового суда управляющую компанию оштрафовали на крупную сумму. В Приморье с начала этого года за нарушения в сфере ЖКХ нерадивые компании заплатили уже почти 5,5 миллионов рублей.